Очень удобная штука. У многих художников видел, но и себе взял. Копеечная, сколько она там, рублей 15, 5 долларов. Поджимает очень хорошо, тут просто листиночка остается. Вот, к примеру, белила, да? Ну и еще один покажу, примерочку. Так, эти я уже все делал. Ну вот, к примеру. Довольно-таки неудобно будет скручивать. Это мне их отдавали. Я сам не покупаю санетовские. Я покупаю либо мастер-класс, либо какие-то зарубежные. Вот. И поджимает, ну реально очень классно. Там ничего не остается. Вот. Потому что если просто гармошкой складывать самому, все равно там часть краски остается. А здесь очень-очень классно. Берите на заметку.